рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймальня». Незмінно у цей час о 15:15 ми розпочнемо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради пан Олександр Міщенко. Пане Олександре, дуже рада вас вітати. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, хочу одразу окреслити запитання, з яких ми будемо чекати ваших телефонних дзвінків. Отже, хочу зазначити, що пан Олександр є представником депутатської фракції «Солідарність». Окрім того, звертаю вашу увагу, пан Олександр Міщенко є головою постійної комісії Київської міської ради з питань землекористування, архітектури та містобудування. Будь ласка, містобудівна комісія, ми її називаємо, земельна комісія, можливо, хтось так, якось зручніше. Ми чекаємо вже ваших запитань всіх на цю тему. Долучайтеся обов'язково до нашої розмови. І окрім того, звичайно, будемо сьогодні говорити дуже багато про питання округу. Округу номер 53. Це Дніпровський район. Ми зараз ще нам пан Олександр обов'язково розкаже, які саме межі округу, щоб ви розуміли, що це за масив. Тож прошу, долучайтеся. 223-981, незмінний номер телефону. Ми чекаємо ваших запитань вже всіх з цієї теми. Пане Олександре, ми на початку традиційно окреслимо межі округу і нагадуємо глядачам, де знаходиться громадська приймальня. Тож прошу. Громадська приймальня у мене знаходиться за адресом вулиця Гагаріна, 18. Лічний прийом я веду по середам, кожну неділю. Тому, пожалуйста, любой, скажем, житель моего округа может в среду ко мне прийти с 12 часов и, скажем так, до упора, до 9, до 10. Я всегда принимаю людей. Округ у меня находится, это улица Пражская, между улицей Пражской и Харьковском шоссе, и между улицей Кауманской и Харьковской шоссе, от практически Ленинградской площади до Института химии. Так, дякую дуже. Тож, я дуже сподіваюся, що зрозуміли, це Стара Дарниця, це масив Каунський. Будь ласка, 223-0971, чекаємо ваших запитань саме з цього масиву, з цієї частини міста. І, звичайно, будемо сьогодні говорити про проблеми містобудування у столиці. Тому також цих питань долучайтеся до розмови. Пане Олександре, почнемо ми з округу. Перше запитання також незмінне. З яким питанням найчастіше до вас саме звертаються жителі до вашої громадської приймальні? Ну, я думаю, что не только к моей, а ко всем депутатам. Это, естественно, тарифы. Тарифы очень сильно беспокоят жителей по поводу того, что пенсии не возрастают, тарифы становятся, ну, скажем так, очень высокие. Поэтому в основном это разговор идет о тарифах. Очень много обращается по поводу субсидий. Очень много обращается за материальной помощью. Ну и также, скажем, на работы Дніпровської районної адміністрації ЖЕКов, в основному житлово-комунальне господарство, так? Ну, так. Ви знаєте, в цьому році, от в прошлом году как-то більше, в цьому году вже менше стали обращаться по поводу реконструкції там дитячих садиків, шкіл. Все-таки на сьогоднішній день Київська міська адміністрація очень, скажем, много выделяют и бюджетных денег для реконструкции учебных заведений. Поэтому как бы на сегодняшний день меньше стали обращаться по поводу образования. Так, от ми поговоримо ще окремо про питання навчальних закладів на вашому окрузі, але я хочу повернутися до питання тарифів. Ну, так складається, що от якраз вчора було 1 вересня, ще чергове дійсно подорожчання. І зазвичай, коли телефонують нам глядачі до депутатів Київської міської ради, ну, на жаль, так складається, що це не питання в компетенції депутатів Київської міської ради. Чи можете, чи ви вирішуєте якимось чином локально ці питання, коли до вас звертаються жителі? Ми в основному даємо консультации, как рассчитывать, какие коэффициенты. Обращаемся, например, в другие органы, как они рассчитывают эти коэффициенты. Есть программа, она еще начала действовать в прошлом году, практически в 85% домов моего округа все обеспечены счетчиками тепловой энергии. Поэтому это очень сэкономит зимой оплату за тепло жителям. А так, в основном, мы обращаемся депутатскими запросами, письмами к другим органам, чтобы они давали разъяснения, по какой сетке, да, начисляется тариф. Так, ну просто, чтобы мы розуміли, что взагалі дійсно входить до компетенции депутата Київської міської ради, чим він може практично допомогти. Добрий день, слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Добрий день.
У меня такой вопрос к вашему гостю по поводу Оболонского района. Есть такая улица Павлика Морозова, там находится 18-я школа. И рядом как бы это все окружено лесом. И сейчас уже на протяжении 5, а то и 7 лет у нас объявился застройщик, который хочет этот лес вырубить и строить высотные дома. Люди уже два раза ломали заборы, переворачивали будки, приезжала милиция, приезжал Беркут. И как бы сама милиция нам сказала, лично мне говорила, что ребята, вы вначале стоите здесь, мы вас охраняем, а потом они все законно оформят документы, и мы будем их защищать. Так на каком основании в санитарной зоне на территории леса в городе Киеве будет строиться дом? Так, дякую, почули вас. Очікуване перше запитання від глядачів. Прошу, дійсно, я розумію, що сьогодні буде досить багато запитань з приводу містобудування у столиці. Я дійсно запрошую вас ставити їх у прямому ефірі, але також прошу звернути увагу жителів округ номер 53. Сьогодні також хочемо розглянути ваші локальні питання, тому прошу, будь ласка, Стара Дарниця, також долучайтеся активно до розмови. Вас також хочемо сьогодні почути. 223-0981, активно чекаємо ваших дзвінків. Прошу, пане Олександре. Що касається того про скажу честно, не могу на него четко ответить, потому что не владею ситуацией. Помощник записал адрес. Завтра же, не завтра, в понедельник обязательно выясню, есть ли там договор аренды, на каком основании происходит это строительство и вырубка леса и все остальное. Хочу обозначить одно, что до 2014 года все, кто получил договора аренды земли, получил дозвола на строительство, вот они сейчас начинают проводить какие-то строительные работы. Соответственно, мы как депутаты и комиссия постоянно обращаем на это внимание, потому что вот недавно, например, мы разорвали договор с компанией, которая цинично, по-моему, в 2010 или в 2012 году отрезала кусок парк юности и пыталась там тоже вести строительство. Во вторник будет комиссия компания «Травертин», которую мы тоже будем пытаться разорвать договор аренды, где также жители встали против строительства и вырубки леса. Поэтому этот вопрос по Оболоне буду выяснять, смотреть, какие там документы. Все, что касается после 2014 года, строительство на территории города Киева может производиться только после разработки и утверждения детального плана территории, на которой застройщик имеет намеры построить. Так, ми ще будемо говорити також про детальні плани. Прошу, долучайтеся до розмови. 223-0981. Активно чекаємо ваших запитань. Пане Олександре, а ми повертаємося до питання навчальних закладів на вашому місці. От якраз 1 вересня було. Ми активно спілкувалися з депутатами з приводу того, яким чином вони готували свої округи до нового навчального року. Розкажіть, яким чином у вас наразі ситуація? На сьогоднішній день у мене на округі три школи. Це 126-я, 42-я, 31-я. По 126-й школе у нас идет полностью реконструкция спортивного зала. Спасибо, опять же, Виталию Владимировичу, что в этом году были выделены на все округа в бюджете деньги на реконструкции спортивных залов. И кое-где закончили, кое-где заканчивали, кое-где не успели закончить. Но, тем не менее, я уверен, что до наступления холодов детки уже будут заниматься в новых спортивных залах. По 42-й школе, это, скажем, боль нашего района, потому что ей в этом году 110 лет. Она требует полной реконструкции. Уже на сегодняшний день выделены деньги на проект. Было принято решение на совместном заседании главы района о том, что мы будем сносить старую школу и строить новую школу вместимостью 1200 человек на этом месте. По 31-й школе мы обновили полностью вестибюль, провели утепление, провели замену металлопластиковых окон, то есть утеплили ее. И, в принципе, все три школы открылись с детками и нормально пошли все в первый класс. Цього достатньо? Цих трех шкіл достатньо на вашем окрузі? Нет, абсолютно не достает, особенно вот 42-я школа. На моем округе, если вы знаете, наш известный застройщик Войцеховский построил Мегасити, построил Стародарницкий, флагман
Лего Хаус, где люди активно покупают квартиры, не думая о том, куда они будут водить своих детей. Поэтому 42-я школа на сегодняшний день может принять 500 детей, притом она в ужаснейшем состоянии, там, ну, 110 лет. И реконструкции там, ну, не делалось, ну, не знаю, лет, наверное, 30. Вот, поэтому сейчас очень большая проблема непосредственно, скажем так, с вот этим микрорайоном. Точно так же в этом микрорайоне, в связи с тем, что это, ну, скажем, незаконная стройка, большая проблема с амбулаторией семейного лекаря. Так само, так. И в этом году, до конца года, мы откроем дополнительную амбулаторию, угу, которая будет на Лобачевской. Уже сегодня там приступают к ремонту. Также бюджет города Киева выделил туда деньги. Тобто вже гроші передбачені? Совершенно верно, да, и будет там. На сегодняшний день там на массиве одна амбулатория, которая имеет 90 квадратных метров. Ну, вы понимаете, что имея, добавив туда жителей, это больше 2500 людей, очевидно, что цього недостатньо. Метрах, там невозможно ни детей полечить, ни консультацию получить и все остальное. Угу. Так, я вам дуже дякую. Прошу, 223-0981. Говоримо сьогодні про округ номер 53, а також про містобудування у столиці. Пане Олександре, а у мене тоді таке запитання. А як відбувається процес затвердження детального плану округу вашого, детального плану території? Вашого? Округу? Так, детального плану території. А у мене по округу нету детального плану території. Він не розроблювався. І взагалі не буде розроблювався? Ну, поки не розроблювався. Поки не розроблювався. В планах будет, конечно. Вы предпочитаете, что там будут такие, ну, да, же суперечки? Да, думаю, что будет. Я думаю, что где-то, наверное, в следующем году будут разрабатывать. Угу. Так, дякую дуже. Добрый день, слухаем вас. Алло. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Это с кем я говорю? Вы говорите с нами, вы в прямом эфире. Так, говорите. У меня такой вопрос. Так, алло. Так. Алло, слухаем вас, говорите. Значит, в свое время на здании горсовета был герб Украины, СССР, Украинской республики. Вот его сбили, а никто не додумается герб настоящий, нынешний, водрузить, как говорится. И желательно сделать так, как когда-то было из лепнины, из керамики. Чтоб справа вот это окно и слева, там вроде как и виноград. Второй вопрос. Вот у нас есть улица Малышка. Угу. А в связи с законом о декоммунизации я предлагаю улицу Попудренко переименовать на Платона Майберда. Они написали 30 песен, создали. Он герой Украины, лауреат Шевченковской премии, народный артист Украины. Так, дякуємо. Дякуємо дуже. Ми почули ваші запитання. Дякуємо за те, що зателефонували. Дуже сподіваюся, що це було тільки два у вас запитання. І хочу ще раз нагадати, будь ласка, ми чекаємо сьогодні запитання зі Старої Дарниці. 223-0981, номер телефону прямого ефіру. Будь ласка, вже набирайте нас, ставте ваші профільні запитання. І, звичайно, говоримо сьогодні про питання містобудування у столиці. Тому прошу, долучайтеся. Пан Олександр, ну не можу сказати, що це не питання містобудування, тому що про декомунізацію так само ми часто говоримо. Ваша точка зору, прошу. Ну, во-первых, при Киевской Минской Раде и при администрации создана комиссия по поводу переименования улиц и всех остальных этих моментов. Я не вхожу, к сожалению, в эту комиссию. Мое мнение, да, действительно нужно, ну, скажем, такие улицы, которые действительно несли за собой угрозу, скажем так, коммунистического режима, все-таки переименовывать. Опять же, есть люди, наши украинцы, которые достойны того, чтобы имели название этих улиц, например. Я могу даже, последнее царство небесное, это тот же Кузьма Скрябин. Угу. Почему в Львове это, ну, известнейший человек, и так, я бы с удовольствием голосовал бы за то, чтобы какая-то улица Киева имела его фамилию. Так.
Я вам дякую дуже за таку точку. Что касается герба, ну, я обращусь к Виталию Владимировичу по этому вопросу. Даже, наверное, скорее всего, что к Владимиру Владимировичу Бондаренко, потому что он киринник справа. Угу. Я думаю, у нас, в принципе, перед Киеврадой два флага висят, украинский огромный и флаг Киева. Мы считаем, что этого достаточно. Так, я вам дякую дуже, але, ну, дійсно, ну, не можу сказати, що, можливо, ще про декомунізацію ми можемо якось подискутувати, але, ну, тут є у нас дійсно такі більш масштабні, більш глобальні проблеми, і не думаю, що це саме якраз та проблема, на якій треба загострювати наразі увагу. Прошу, 223-0281, Стародарниця, проблеми містобудування столиці сьогодні обговорюємо, долучайтеся до розмови. Пане Олександре, з приводу інших детальних планів території, чи є взагалі у депутатів Київської міської ради якийсь налаштований дедлайн, до якого часу слід їх всі затвердити? Звісно. В прошлом созыве есть проект решения, проголосован проект решения по поводу разработки детальных планов территории полностью по городу Киеву, а также зонинга центральной части города Киева. Угу. На сегодняшний день этот проект решения выполняется. То есть есть детальные планы территории, которые уже сделаны, затверждены. Есть детальные планы территории, которые в разработке. Есть детальные планы территории, которые будут разрабатываться там до определенного периода. У меня даже есть, ну, скажем так, в кабинете висит схема, какие детальные планы разработаны уже, утверждены, какие детальные планы территории будут разработаны и утверждены. Есть детальные планы территории, которые, ну, необходимы, скажем так, в авральном режиме сделать и утвердить. Вот, например, как детальный план территории мы утверждали по Быковне. Если вы помните, там, где мы выделяли земельные участки нашим уважаемым семьям загиблых, афганцам, паралимпийцам. Угу. То есть этот детальный план территории, он, ну, скажем так, не входил в это распоряжение, но согласно доручению Киевского мирского головы, то есть было сделано новое решение Рады, был генеральным планом, институтом генерального плана разработан детальный план территории, утвержден на сессии Киевской Мирской Рады по поводу того, чтобы территорию Быковни разрабатывали непосредственно под эти участки. А кто разрабатывает детальные планы территории? Функцию разрабатывать детальный план территории лежит на институте генерального плана места Киева. Он или сам разрабатывает, или ищет подрядчиков, которые разрабатывают, или ищет инвесторов, которые разрабатывают, и потом утверждает уже в департаменте местобудования и архитектуры. А это дороговартісна для міста процедура? Да, очень. Детальный план территории, ну, где-то около 300 гектаров, разработать его на сегодняшний день, ну, очень большие деньги стоят. А хто несе за собою ці витрати? Я так розумію, що місто якомога намагається більше залучити інвесторів і будівництво. Совершенно верно. Совершенно верно. Как бы в основному ці затрати несе інвестор. То до якого часу всі будуть розроблені? Чи є дедлайн? Вы знаете, не готов вам сказать. Почему? Потому что на сегодняшний день Институт генерального плана активно занимается зонингом города Киева и активно разрабатывает генеральный план города Киева. Детальные планы территории они разрабатывают точечно на тот или иной район, где, скажем, есть... Необхідна потреба вже прямо да, зараз це робити. Є необхідність там якоїсь застройки, є необхідність, скажімо, нового жилья построїти і тому подобне. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день, ви в прямому ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Смотрите, у мене такий вопрос. Переименовали улицу в 87-м или каком году без решения. Два дома. Было Маломастицкая, стала Новомастицкая. Мать умерла. И я не могу, я уже три года сужусь и не могу вступить в наследство. Судья вам, КМДА, писала запрос, чтобы вы ответили. Вот, я принесла с департамента не один ответ, что это улица уважатая такой, с райадминистрации, что это улица такая-то без решения. Судья отказала, сказала, это без меня решайте, а идите в райадминистрацию, вам перепишут на вас. А в райадминистрацию могла пойти мать, а мать умерла в 2012 году. Я по сей день сужусь. Теперь вот будет апелляционный суд. Что мне делать? Я три года не могу вступить в наследство, принять.
Дякуємо, дякуємо дуже. Таке дійсно запитання, яке також ми обговорювали. Дякую за те, що зателефонували з ним. Прошу, 223-0971. Ми далі говоримо про питання містобудування у столиці і запрошуємо стародарницю долучатися до нашої розмови, тому що округ номер 53 – це якраз та частина міста, якою опікується пан Олександр Міщенко. Тому прошу, будь ласка, ще час для того, щоб ми вас почули. Прошу, пане Олександре. Якщо дійсно произошли такі перейменування, достатньо, ну, скажімо, обратитися в департамент містобудування та архітектури. Они, у них є повністю всі архівні документи, вони обязаны видати какую-то довідку по поводу этого і все. Но ви знаєте, що касається от наследства, я коли приходять ко мне дела на комісію, особенно там по земельных вопросам, там, ну, с наследниками обычно происходят какие-то вечно ссоры за каждый там квадратный миллиметр земли, понимаете? Поэтому у каждого, каждый отдельный случай, его нужно разбирать там комиссионно или в администрации, или с юристами. На сегодняшний день вот у гражданки, если у нее действительно есть такая проблема, обратившись просто в канцелярию департамента местобудования и архитектуры, они дадут подтверждение о том, что действительно в таком-то году была улица переименована. То есть тут я вообще не вижу никаких проблем. Так, дякую дуже. Прошу, долучайтеся до розмови. Я ще раз хочу нагадати, ми говоримо про питання містобудування у столиці. Добрий день, слухаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий день. Будьте добрі. Я проживаю в Солом'янському районі по Курської 10. Наш дом Курської 10, йому вже скоро буде 60 років, і так вийшло, що він стоїть на трасі. Тобто у нас від дому 10 шагов, и, значит, это мостовая, по которой люди идут, потом через 10 шагов, то есть тротуар, потом через 10 шагов идет мостовая, по которой идет транспорт, начиная от Ереванской и туда вверх, и он весь идет вверх, вот как Андреевский спуск. Вот эти все машины, все это мы дышим вот этим замечательным запахом КАМАЗов. Значит, сейчас сделали новые какие-то трактора пустили, которые чистят вот эту мостовую, вот это вот. И этот дым идет до 6-го этажа. Я вот, вы знаете что, это вообще кошмар, как, вот в каком положении наш дом стоит. Я вот с просьбой, ну кому нам обратиться, хотя бы, чтобы какой-то забор, ну вы представляете, дом стоит от 11 шагов и идет мостовая. Напротив 11 шагов идет дорога вправо. Так, почули. Дякуємо, дякуємо дуже. Дякуємо, будь ласка, кладіть слухавку. Зараз будемо коментувати ваше запитання. Дякую, що зателефонували. Ще раз, хто щойно до нас долучився, ми говоримо сьогодні про проблеми старої дарниці і, звичайно, говоримо про проблеми містобудування у столиці. Тож, 223-0981, чекаємо ваших запитань на цю тему. Прошу, пане Олександру, куди звертатися? Ну, звісно, в Солом'янську районну державну адміністрацію. Я знаю голову, лично Шкуру Максима, он очень оперативно реагирует на такие все моменты. Плюс есть мажоритарный депутат, который точно так же должен проводить приемы, и он точечно будет рассматривать тот или иной вопрос. Что касается там заборов и всех остальных вопросов, нужно рассматривать вопрос, скажем, более глобально. Почему? Потому что у меня тоже на округе много, там, скажем, есть зеленых зон, где люди требуют там оградить какими-то заборчиками, поставить какие-то там преграждающие моменты. Но есть моменты, где это можно делать, вот, и нужно делать, да, потому что там, опять же, выгул собак и все остальное. Есть моменты, где это категорически делать нельзя, потому что невозможно туда подъехать ни машине скорой помощи, невозможно подъехать там пожарной машине и все остальное. То есть это норма. Курская 10, ну я так приблизительно понимаю, где это. Нужно обратиться просто к своему депутату. Там депутаты тоже проводят приемы. И они уже точно будут смотреть, как эти моменты решать. Но по таким вот как раз вопросам ко мне точно так же обращаются в приемную по средам. И мои помощники уже, ну скажем так, пытаются подталкивать районную администрацию для решения таких вот, скажем так, бытовых проблем для жителей района. Так, дякую дуже. Прошу, 223-0981, чекаємо запитань. Добрий день, ви в ефірі. Алло. Алло, добрий день.
Добрый день. Скажіть, будь ласка, я дзвоню із Болоні. Там у нас на метро Герой Дніпра будується невідомо що на кругу. Там круг такий з двох виходів. Будували за городили і щось будується. Нам ніхто нічого не говорить. Що це таке? Дякуємо дуже, дякуємо. Також не вперше чуємо запитання. Там були когда-то стихійні ринки, стояли якісь кіоски, кіоски це снесли. Зараз там відбувається будівництво торгового центру. Це повністю офіційно? Офіційно, так, є документація, все у них є, як положено. Так, просто раніше... Вони ще в півтора року тому назад отримали розрішення на будівництво торгового центру. Там будет современный торговый центр с выходами в метро. Очень такой красивый, современный проект. Модерновый, так? Да. Угу. Так, дякуємо. Просто я хочу пояснити, чому викликає таке занепокоєння у жителів, тому що раніше, ще перед тим, як тільки починалися ці роботи, було написано, що це просто там перевірка, очищення, тобто не ввелося мови про будівництво. І тому просто жителі Болоні не очікували, що буде потім це будівництво. Але говорять про те, що це все офіційно, да, і документи є. Там, опять же, є реконструкція виходів, вони в містобудівних умовах для цієї компанії. Передбачені, так? Да? Там це совместний проект з метростроєм, тобто там буде современний торговий центр. Угу. Так, дякуємо дуже. Прошу, ще чекаємо запитань. 223-0981 про містобудування у столиці говоримо сьогодні. Пане Олександре, з приводу недобудів та довгобудів. Ми вчора спілкувалися з вашим колегою по комісії, паном Миколою Негричем. Він говорив про те, що є вихід для людей, які вклали гроші, і їх житло не буде добудоване. Розкажіть ще раз, що це за вихід? Ну, опять же, каждый недобуд нужно рассматривать отдельно, смотря какой из них. Потому что, опять же, есть, допустим, недострои Войцеховского, такие как Лего Хаус, и когда люди приходят ко мне на прием и говорят, ну вот мы купили жилье, а вы нас не подключаете к коммуникации. Ну, простите, Войцеховский, он коммерсант, да? То есть он заработал на этом деньги. Почему город должен бесплатно это делать? Ни копейки не заплачено по его участи от господина Войцеховского в инфраструктуру города. Тем более в инфраструктуру этого микрорайона. Вот люди купили в Лего Хаус за квартиру, и вот я задаю им вопрос, а куда вы детей будете в школу водить? В какую? Если ее нету. В садиках на той территории находятся 3 садика, они забиты полностью. Полностью. Есть новострой, где, например, инвестор обанкротился, да? Тогда мы предлагаем людям создавать УСН, мы комиссионно поддерживаем выделение им в постоянное користование земельной делянки, и они могут за свои уже деньги искать, скажем так, забудонок и достраивать свое жилье и вводить в эксплуатацию. То есть такое тоже у нас практикуется. Вот. Например, был недобудов «Три богатыря», где люди создали УСН, они получили, комиссия поддержала их, и сессия поддержала их земельную делянку под этими тремя домами, дали им пассивное крестование. Они сейчас ищут инвестора, и там у них осталось нежилые помещения. Ищут забудовника, достраивают свои квартиры и оформляют потом полностью, вводят в эксплуатацию. Тобто есть позитивный приклад? Конечно. То есть таким, поэтому каждый недобудов нужно рассматривать отдельно, понимаете? Потому что я же вам еще раз говорю, например, взять, допустим, жилой комплекс Старокиевский, того же Войцеховского, да, ну извините, он просто в подвале выбил скважину для постачания воды. Электрику он подключил от стройки по временной схеме. Ну, как мы можем помочь? Так. Естественно, мы предложили людям создать, значит, поскольку этот дом, ну, он нигде не зарегистрирован, не чистится абсолютно, создать жилищно-будивельный кооператив с тех мешканцев, которые там живут, достроить этот дом, привезти в УСН и жить там уже в УСН.
Так, ну тобто я правильно розумію, що наразі дійсно це повністю покладається на плечі інвесторів, і вони вже самостійно будуть повністю шукати і залучати ресурси. Совершенно верно. Так, дякую дуже. Ну, у нас зараз активно от виділяється земельні ділянки від пострадавших по еліто-центру. Город действительно взял на себя обязательства, то есть люди оказались на улице, и город постоянно предлагает те или иные участки, они выходят к нам на комиссии, рассматриваются по поводу того, чтобы передать, допустим, жителям элитоцентра, и они уже будут искать забудовника на каких-то, скажем так, условиях инвестирования, строить себе жилье. Есть и такие у нас, скажем, розроблені схеми рішення цих питань. А от по еліто-центру, який відсоток людей вже дійсно вирішив свою проблему? Більше половини чи менше? Я точно не можу вам сказати, не пам'ятаю, то ли 40, то ли 60%. Так, дякую дуже. Прошу, слухаємо вас. Добрий день, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Я мешканка Азербайджанської 4, квартира 63, Уткіна Валентина Петрівна. Я хотіла би дізнатися, коли в нашому будинку найближчим часом буде капітальний ремонт, можна так сказати, Олександр. Так, дякуємо дуже. Це все ваше запитання, правильно? Так, так. Нас настільки в такому неохайному стані будинок і взагалі просто неможливо навіть заходити. Якщо в деяких п'ятиповерхівках міняли ще вікна там і все остальне, то будинок номер 4, зазвичай, взагалі ніхто нічого, навіть не підходив до нього. Дякуємо за дзвінок, дякуємо, що зателефонували. Прошу, пане Олександре. Надія Петровна, добрий день. Ми з вами неоднократно зустрічалися. Я знаю, в этом году мы в вашем доме поставили лічильник тепла. Я готов с вами встретиться в среду, которая, ну вот в будущую среду, подъедем в ваш дом, посмотрим, что там. Но опять же, есть сразу к вам такое предложение. Я как депутат готов выделить средства и готов вам завести материалы на ремонт парадных. Пожалуйста, но у меня нет возможности помочь вам рабочей силой. То есть, если вы хотите, чтобы это произошло быстро, мы готовы в среду приехать, посчитать вам, скажем так, ремонт в парадных, выделить на это полностью все материалы, а вы уже, скажем так, со своими соседями или сами, или же кого-то залучайте, чтобы привели их в порядок. Такая практика у меня в районе есть, и я думаю, что ваши соседи вам это тоже говорили. Если там необходим капитальный ремонт, скажем так, кровли, если там необходима замена стекол или еще что-то, в среду я буду у вас. Мы опять же это все посмотрим, посчитаем. Если в этом году будет, скажем так, корректировка бюджета, мы постараемся, скажем так, заложить финансы, чтобы в этом году провели какие-то работы. Если нет, то уже в следующем году в бюджете будет заложено на, скажем так, ремонт вашего подъезда, вашего дома. Так, дякую дуже. Ну, ось така от конкретна розлога відповідь дійсно депутата, якому зателефонували з приводу конкретного будинку. Дякую вам дуже за це. Я знаю, це дом дуже добре. Це на моєму окрузі. Так, так. Там дійсно, ну, дійсно, в цьому році ми просто поставили їм щочки. Дійсно, він, ну, в дуже жахливому стані. Я не готов зараз сказати, може, він навіть і вийшов в програму, я в середу обов'язково розберусь. Там і окна треба міняти реально. І реально там потрібно і в під'їздах приводити. Прямо п'ятиэтажка. Ну, такий традиційний будинок, який знаходиться на вашому окрузі. Ну, опять же, всі жителі, хто активний, всі приходять до мене в прийомну, і ми всегда помогаем в этом вопросе. Точно так же, вот, например, с освещением большие проблемы у меня были. И сейчас до сих пор остаются проблемы. Но, к сожалению, город очень, ну, скажем так, медленно делает программу реконструкции ночного освещения. Вот у меня на Каланской это, ну, огромнейшая проблема. Мы точечно, конечно, на домах устанавливаем своими силами светильники, но, опять же, это не решение глобального всего, скажем так, Каланского массива. Так. То есть столбы стоят, фонарей нет. Проводом, понимаете? Так, так, дякую дуже. А у нас є ще запитання до вас. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий. Я хотів би спросити такий вопрос.
Я в Соломенском районе живу, улица Питерская. Александр Владимирович меня зовут, я сам доктор. Угу. Я хотел бы вас спросить о такое дело. Вот по всему городу Киеву, наверное, тысячи бюветов есть, да? Угу. Мне кажется, и так в Европе, так оно в принципе и есть, каждый бювет – это стратегический объект, который должен охраняться. Понимаете, никого из милиции нет. У нас тут с бюветами творится ужас. Угу. Дети бегают, найдут, извините, собачье дерьмо, берут его на листик и внутри крана обмазывает это все. А потом отбегает 10 метров и потом хохочет. О, пришла женщина или мужчина, дурачок или дура. Набирает и хохочет вообще. Скажите, пожалуйста, почему бюветы, которыми можно отравить и район, и город, не охраняється, як ділається во всій Європі. Спасибо большое. Дуже дякуємо. Дякуємо за запитання. Ну, це знову ж таки запитання. Спасибо большое. Що касається конкретно вашого бювета, значить, всіми бюветами в городі займається комунальне підприємство «Київводофонд». Ви можете взяти і телефон, і адрес цього підприємства на сайті Київської міської державної адміністрації. Что касается охраны, действительно, это очень хороший вопрос. И вы знаете, как-то, ну, даже честно скажу, не задумался по этому моменту. Но обязательно, выйдя со студии, задам вопрос, опять же, директору коммунального предприятия, каким образом происходит не только охрана, но и проверка состояния воды того или иного бювета. Я думаю, что они должны ответить, что должен быть какой-то, ну, скорее всего, график проверки воды на качество и все остальное. Поэтому обязательно возьму этот вопрос на контроль, касающийся охраны непосредственно бюветов. Угу. Что касается, опять же, повторюсь, непосредственно этого бювета, то есть жителям нужно обратиться в это коммунальное предприятие, и я думаю, что они оперативно среагируют на этот вопрос. Угу. Так, дякую дуже. Прошу, 223-0981. Ще час для того, щоб почули ваші запитання. Говоримо сьогодні про проблеми старої Дарниці. Будь ласка, активно долучайтеся. А також, звичайно, говоримо про питання містобудування у столиці. Тому чекаємо ваших дзвінків. Добрий день, слухаємо вас в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Добре. Ваше запитання, прошу. Скажіть, у мене звати Ірина. Так, пані Ірина. Я проживаю в Деснянському районі. Угу. Питання у мене таке. Я являюся інвестором новозабудови. Угу. І на сьогоднішній день я 4 роки вже сужуся з застройщиком. Суд був у Деснянському районі. І був апеляції. Все за нічот. І я знімаю квартиру на даний момент з дитиною, я є мать-одиночка, і ніякої правди ніде не можу добитися. Кошти вложені, квартиру не маю. Хто застройщик? Адреса, яка вашої забудови? Деснянський район, Пожарського, 28А. А хто застройщик? Хто забудовник? Забудовником у нас є частне лицо. Частне лицо являється Козура Віталій Миколаєвич. У мене є з ним тільки попередній договір. І, в общем-то, опять у мене суди йдуть і йдуть 4 роки. В цій квартирі я зробила ремонт, але я там не можу проживати. Дякуємо дуже за запитання. Нужно мені розібратися в цьому вопросі, розуміти, хто забудовник і все остальное. Тобто, пожалуйста, если вам удобно, в среду, это будет 7 число, в 14.00 на Гагарина 18, приходите со всеми вашими документами, я посмотрю, что это за забудовник, если необходимо, сделаю соответствующие запыты, если необходимо, значит, обращусь тогда в правоохранительные органы, как глава комиссии местобудования, архитектуры, это землепорядкування, и попытаюсь вам помочь в этом вопросе. Так, дякую дуже. Вот есть, тоже часто люди обращаются, бывает такая ситуация, опять же, люди проинвестировали, ну, образом, там, 50 квадратных метров, угу, да, угу. А застройщик сдает дом, и квартира не 50, скажем так, а 58 квадратных метров. Понимаете, там 60 квадратных метров. То есть бывают такие тоже случаи, больше. Угу. Обычно больше, но меньше пока не было. Вот. И, естественно, ну, застройщик просит доплатить
за вот эти квадратные метры. Ну и опять же, когда, например, человек инвестировал по курсу 8, а сейчас инвестировать по курсу 25... Зовсім інша справа, так. Совершенно, абсолютно. И такие вот очень много есть вопросов по этому моменту. Угу. Все равно пытаемся каким-то образом застройщикам пытаться находить общий язык, да, компромисс, то ли делать рассрочки какие-то и тому подобное. Поэтому, пожалуйста, на Гагарина 18 я постараюсь помочь. Так, дякую. Останнє запитання. Слухаємо, ви в ефірі. Є. Добрий день. Добрий день. Добрый. Я обращаюсь к Саше Мищенко. Я как афганец, к афганцу обращаюсь. Да. Меня зовут Владимир. Я хочу поблагодарить вас, то, что вы оказываете помощь нашим волонтерам и помощь воинам АТО. Таких депутаты, как вы, Артеменко Сергей, Елена Викторовна Авраменко, вы. Я очень благодарен. Очень благодарен, когда вы оказываете помощь. Я передаю привет от Олега Базика, Сергея Трискача. Спасибо, Саша, спасибо. Дякуємо вам. Дякуємо за такий фінальний дзвінок у нашому ефірі. Пане Олександре, ну єдине, що мені залишається ще раз до вас яке прохання, щоб ви ще раз наголосили, куди до вас можна звертатися, щоб, можливо, якщо зараз з'явилися запитання, щоб розуміли, куди до вас запитання можна йти. Кожну останню п'ятницю у мене прийом з 11, опять же, до упора в Київській міській державній адміністрації. Там непосредственно вопроси, як голові комісії містобудування, архитектуры это за мной предкувание. Каждую среду, каждую неделю я принимаю с 12 часов на улице Гагарина 18. Также, ну, обычно, кто не успевает в последнюю пятницу месяца, все приходят каждую среду по земельным вопросам. Да. Есть предварительная запись, есть все телефоны. Опять же, есть телефоны на сайтах, есть телефоны на сайте Киевской міської державної адміністрації. То есть найти очень легко меня, и, пожалуйста, я готов общаться со всеми и все, что в моих силах, помогать нашим уважаемым жителям. Я вам дуже дякую за нашу розмову сьогоднішню. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Я нагадаю, що до нашої студії сьогодні завітав представник депутатської фракції «Солідарність», депутат Київської міської ради пан Олександр Міщенко. Ми побачимося з вами у прямому ефірі громадської приймальні вже у понеділок о 13:10, незмінно у прямому ефірі. Будь ласка, будьте з нами і до зустрічі.